отличник народного здравоохранения Зинаида Павловна Косова. Когда девчонка ехала из родной Молдавии учиться в Волгоградский медицинский институт, вряд ли думала, что на всю жизнь ее домом станет степной Заволжский край, село Лозное. Чем отличается сельский врач от городского? Посреди практически мы от городских участковых не отличаемся. Там тоже до некоторой степени грязь есть, и у нас два месяца в году тоже грязь. Но мы отличаемся то, потому что мы поконсультироваться не с кем. Мы один на один с больным. И когда тяжелый случай, больному тяжело, врачу не легче. И вот сидишь, переживаешь. Ну что ж, берешься за книжки, берешься за телефонную трубку. А когда тяжелый случай, значит, вызываешь на себя бригаду. Ну, когда она едет, то когда-то приедет. А еще отличается сельский врач тем, что вызывают его просто. Стучат в окно. И простук в окно. Сначала, когда по молодости переносишь, пришел, да, постучали, пошел вызов, обслужил, пришел. Спокойно. А вот когда уже годы идут, возраст уходит, постучали, а тебя начинает бить. Вот так как стук услышишь, а тебя вот так бьет. Куда идешь, на что идешь, и что тебе там идет, неизвестно. В Волгоградском медицинском институте учатся и обе дочери Зинаиды Павловны. Обе отличницы, как мама.